Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Gameplay Nostalgia, меня зовут Александр Маженок, и это финал третьего сезона чемпионата по Rocket League. Сегодня у нас в финале участвуют команды Игробар и команда Сэш. На прошлой неделе вы видели бронзовый финал, так сказать, матч за третье место, сегодня у нас золотой финал. Сегодня мы выясним, кто достоин называться лучшей командой 2016 года. Игробар уже была в финале второго сезона, она проиграла NP, вот, и посмотрим, получится ли ей взять титул на этот раз. Итак, ну что ж, привет, ребята. Привет. Я думаю, представлять людей нет смысла, вы все прекрасно знаете, кто в командах. А флажок я передаю сегодня Ярославу Рыжкову, и он начинает игру. Окей. Напоминаю правила финала. У нас финал длится до 3 побед, собственно говоря, как и матч за третье место. Та команда, которая достигнет 3 победы, собственно, является победителем игры. А матчей откатов нет, никаких таких штучек и дрючек нет. Играем без мутаторов, без рамплов, без ничего. Да, я чуть рампл не поставил. Так, я спектейт. Начинаем. Первый матч финала. А, ты едешь. Угу, я еду. Бля, я неделю не заходил у него так сразу. Монатор пишет ГЛХС. Такое ощущение, как будто он молится, чтобы Ярослав все не играл не очень жестко. Так я вообще неделю не заходил, ты чё, алё? А прошу заметить, что финал третьего сезона является последним выпуском в стандартном формате чемпионата, потому что четвертый сезон начинается в новом формате. Уже не будем связываться по скайпу, как бы съемки будут длиться по иной системе. Так, бодро начинается первый матч. Пока мяч находится на середине поля, Ярослав за ним едет. С воздуха бьет. Макс тут как тут и не как тут. Отчаянно Алтун борется с Ярославом за мяч. Хорош. Перекатывается туда-сюда, пока покатился мяч. Сейчас были пустые ворота, слава богу, что успел Алтун захватить инициативу. Хорош. Блин, что за говно? Твой. Хорош. Алтун успел. Ой, ё-моё. Так. Давай подождем. Алтун не стал атаковать. Отдал это Максу. Не лети. Давай, теперь твой. Алтун успевает подобрать такой, так скажем, длинный пас Макса. Ой-ой-ой. Успевает перехватить атаку. О, летит ворота. Ворота летит! И ничего себе! Вот это сейчас Алтун изобретил такую... изобрел такую систему. А пас какой? Да, вообще красивый пас. Не, пас, знаешь, я пас на второй план поставил. Давай, давай. Пас фигня, типа. Так, ладно, шучу. Так, Ярослав, не так просто. На Игробар в сторону мяч. Макс подоспел. Так, подожди. Немножко провел вот до середины, дальше не получилось. Алтун! Снял. Нет, давай, там тоже как-то, да, потихонечку, не стоим вообще на воротах. Они просто знают, что это у них такая система, эти типа, подзывают к себе, чтобы потом как ударить по воротам и залетел, чтобы ворот твой. Ой, не успею! Как им это, да? Не точно. Не то, а он опередил. Макс! Красиво сейчас. Давай, твой. Ярослав успел. Давай. Бля, один на один. Прикольный трейл у Алтуна. Ой. Ой, ты чё встал-то? Ты из бластера стреляют. Ну ты случайно, а я не ожидал. Блин. Все было продумано.
Давай пас. Нет, не дашь, ладно. А помните цитату... Пол, ну, что за говно? Я могу сказать, это что цитата. Цитата Ярослава во втором сезоне. Ах, чуть-чуть вот в третьем сезоне мы будем хорошо играть, мы дойдем до финала, потом победим. Посмотрим, получится ли у него предсказание там, а Макс забивает тем временем второй гол. Не, ну мы же дошли. Ну дошли до финала, забей, сказал, забей, ну мы дойдем до финала, забьем, забьем. Забьем. Выиграем третий сезон. Ну сейчас посмотрим. Ну вот если бы мы это сделали, если бы я нормально играл. А не как сейчас подменщиком бы промахивался. Зато тогда, это... может быть, мы это сделаем. А Ярослав, зато это задает небольшую интрижку на финал. Сейчас Елдос ударил второй раз, не хотел ударять. Дабы не. Заебал всех. Ярослав и залетает. 1-2. Да я думал, Алтун на перехват пойдет, а он поехал к воротам. У меня просто нитро не было. Давай, твой. Минута 20 секунд до конца. Счет пока 1-2 в пользу Игровара. Ярослав бьет по воротам. Уже и второй раз ударил за дело. Проснулся Ярослав, называется. Разогрелся. Я за бустом вообще не ехал. Так, я поехал. Так. Давай, Найма. Со стены. Ну, почти. Еще разочек. Давай. Алтуну. А меня нет. Не смог обыграть Алтуна, тут сразу двое за мячом. Алтун с пять мячом. Давай на перехват, если можешь. Атака. Харуру. Сейчас Харуру. Давай я. Застопил Макс мяч. Алтун тут же подбирает его. Не спеши, главное не спеши сейчас. В высоте. О, хорошо. Давай там как-нибудь. Обмани. Почти. Обмани. Бля, я не видел. Да ну! Я ж иду на мяч, блин. Немножко мешаются друг другу игроки. 2-2 и пока счет. 22 секунды до конца. Чё там, куда? Летит-то. Продолжается атака на стороне команды Сэш, и она я возьму. Ярослав с мячом, осталось 8 секунд, успеет ли он забить третий гол? Да не успею я, лол. Но он сейчас выбьет, да. О, хорош, давай. Добал с мячом. Нет. Эх, не получился хороший удар. Я поехал. Давай твой. А, тихо. Давай назад там. Сейчас ударит парень. Кто, я не знаю, но ударит. Хорош. Макс ударил и тот же долго он отбил. Блять! Ну там, да, там бесполезно. Твой. Еще. Играй. Я не попал. Вы чё, я никто не поехал, я там не знал вообще. Давай твой, ладно, мой, всё, забей. Ладно, я дебил. Алтун немножко не точно. Твой. Макс застопил его, вернул назад. Хорош. Продолжается атака на стороне команды Сэш, мяч переваливается на сторону команды NP. Долбол забивает 3-2. Минуту ровно отыграли. Я весь матч без нитер проездил. Потому что такой напряженный момент, и просто не успеваешь съездить за бустом. Так, я так понимаю, нам надо сделать 3 победы, да? Да, 3 победы. Пока 1-0, общий счет. Мы переходим ко второму матчу. Тут же. Неплохое начало. Так, все так же становимся. Так, ну давай я поеду. Ты за ней приезжай. Okay. О, давай.
У них без нитро игробар ездит. Сразу уже прочухал, я назвал тактику у Макса, он сразу без нитро ездит. Твою мать! А при звуке были, Ярослав, блин, два раза ударил. Это, попал, извините, и третий раз ударяет. Не, не ударяю, я не мог. Ну, такое ощущение, что как будто ударил, просто камера далеко, далеко находится. Давай, давай. Давай, хорош. О, нюх. Алтун твой. Хороший пас, Алтун успел отбить. Блин. Почти. Так, отчаянно продолжается атака на своей команде Игробар. Ярослав удаляет. Ну, по сути, это был бы пас. Красиво, если был бы рядом напарник. Но его рядом хорош, не было. Хорош. Продолжается, возвращается назад мяч. И да ну нахуй. Я не могу так играть. Отбили. Хорош. Только не вылетай, Макс, играй до последнего. Да не, я не вылетаю, я... Ох ты, давай твой. Там, я не знаю. Я просто не понимаю, что Алтун делает. Я потеряюсь, потому что он ездит, если мы прошлый матч нормально, вместе командно играли, а сейчас он тут сам играет. Алтун, да, не мешайся. Просто я вот в конце первого матча я уже заметил, что ты немножко, начинаешь мешать, Макс. Давай твой. Команда срабатывает. Так, мяч на середине, тут же его переводил на своей команде Игробар. Так, ну я попробую дать. А, не, я дебил, извини, я не дам пас. Назад, так. Я назад, ты прикрой, я назад. Я взял. Ярослав, удар, Алтун вот успевает. Если бы я не выпендрился, нормально бы ударил. Я! Понятно. Так, давай твой. Вот атака Алтуна продолжается тут, Ярослав ее прерывает, она останавливается на точечке, Ярослав немножко вперед мяч выводит, а он тут же перехватывает слева. Давай твой. Воооо, то что надо. Добл, с мячом. Бля, у меня клуб! Чего ничего себе. Так все понятно. Я тоже джойстик сам по себе бывает отсоединяется во время игры. Просто надо все перезапускать, кроме Rocket League. Я возьму. Все перезапускать. Комп перезапустил, Rocket League не надо. Да. Вообще нам надо хорошему Алтуну надо было репетировать с тобой. Я тебе сколько раз писал, давай тренироваться. Ты вечно что-то непонятно где. А тут я играю как будто вообще с другим человеком. Я вообще не понимаю, что делать. Давай на МНП. Пока движется... Ну, вы тогда пока хватит хорош там разгром делать, я сейчас хотя бы сообщу, что да как. Ребята, вы заходите в нашу группу ВКонтакте, в ноябре будет приниматься кастинг на четвертый сезон. Четвертый сезон будет непростым, много новых нововведений будет. А также будет и призовой фонд. Так, Когда... Сразу мне его отдай, а там кто выиграет, если я поделюсь. Кастинг будет длиться с 15 ноября по 15 декабря. Успеваю. Так что все подробности в группе заходите. Так. Продолжает Ярослав отчаянно громить ворота команды Игробар, не останавливается по сей раз. Он просто, сейчас просто в финале Ярослав хочет набить столько очков, что потом его никто за всю историю чемпионата так и не догнал. Чтоб повысить свой ЧСВ. Да. Дам пас, нет, не дам. А не дал, смотри. О, дал. О, нет. О, так, ты где? Ты давай на ворота вставай. Да, я там. Потому что сейчас всем ударит. Опа, а я тут.
Опа, 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 такой думаешь, я так, я опа, и все. Я без нитро. У меня нет нитро. У меня есть нитро. Успел Ярик отбить. Игра на больших скоростях идет, не успеваю следить. Давай, 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 давай. Игровая с мячом сейчас, а точнее Макс. Не, бля, не успел. Не получилось. Не успел перенаправить его, да. Твой, да. Вот, твой там, кто там. Там не успеет. Блин, слишком далековато пошел мяч. Не успел Макс там подкрутить его. Давай, на. Ой, извини, извини. Да, тихо, не. А, да. Ну, хотя бы так. Минута до конца, 61 счет, пока что вообще 1-0. И на крышу идет так. Давай, езжай. О, мою машину перевернул. Я не успею. Фу, два. Ну, Найман, поспешу, поспешу. Не паникуй в таких ситуациях просто. Он тут у меня сейчас на камере пролетел. Повторе пролетел как муха, так. Как будто его и не было в кадре. Ой-ой, ребята, это что такое? Я говорю, бей голову, он поехал. Бей гол. Вот это так просто. Ворота. А, показалось, простите. Бля, я тоже думал ворота. Ярослав с мячом, удар. Макс успел словить его, поймать. Так, бля, криво прыгнул. Давай, 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 давай. Так, Ярослав. Ударил. Резко выводит его в блок Алтун. Макс с Ярославом пытается бороться, ни хрена не выходит просто. На. Мна, а кому мна, непонятно. Ой-ой-ой-ой, сори. Это вот мой косяк. Ну блин, ну... Не только мой косяк. Сейчас бы это смогло стоить голову, в принципе. Ярослав добил. Ну, посильнела команда Сэш со временем второго. Давай. Реально, это не знаю, это как феномен, как сборная, какая, по-моему, Ирландии на чемпионате Европы по футболу. Итак, ну что ж, переходим к третьему, возможно, заключительному матчу этого финала. Мастера, блядь, пособирались. Давно не будет стат от Макса. Найман, ну давай. По-моему, за весь сезон, наверное, ну что, 5. Я поехал. Даже меньше будет стат от Макса. Так, он взял нитро, короче. А мне нужно нитро. Мне нужно нитро, но я так выпью. Но все равно нужно нитро. А я катаюсь без него. И Максим не сейчас фишку выдал. О, давай. Макс. Хорош, вот какой отскок, а, ебать. Прям ворота отскок. Да блять, ну! Алтун, ну ёлк твою мать! Вот это блок, да. У меня нету команды настроенной здесь. Что за блок? Жалко. Не знаю, что там сейчас долго хотел на повторе сделать с Ярославом, но... Ничего личного. Не в сухую, блин, просто видно будет в сухую. Ну это... Ну, может быть, залетит, но, скорее всего. Угу. Почти. Длинные... Как жевательная резинка атака у команды Сэш с воротами Грабара. Уже третий матч подряд происходит. Так, тихо, давай, оставь.
там это, тихо, только не промахни сейчас, о, хорошо. Ну, это уже не от тебя зависит. Это уже мой косяк. Твой косяк в том, что Алтун быстрее долетел, том, или я... ты его в жопу пихнул? В том, что я стоял не там, где надо. А, я думал, ты его в жопу пихнул, как бы ускорение, да, он подлетел, и в том числе еще и... Не, он бы тогда не попал по мячу. А. Ой, там ворота не летит, к сожалению, по-моему. Хотя зачем я это говорю? Ну что он, блин! Давай, твой. Портит всю малину. Тихо. Хоть бы сори написал. Сейчас напишешь. Так, тихо. Вот здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Прям. Мажет прям на чистом крае Алтун вместе с Максом, с мечом только что были. Друг друга опережают, кто может. Алтун, блин. Что? Ты начинаешь не слишком много. Давай. Косяков делать из-за волнения, скорее всего, или хрен знает из-за чего еще. Атака на стороне команды Сэш. Я запнулся, бля. Да ёбаный в рот. Успевают. Это прям опасно им. Расстрел просто был. Не, расстрел был во втором матче 7-1. Да, то я просто там уже расстроился и не играл уже. А-а-а. Да, блядь, ну дайте хоть один матч выиграть. Интересно же. Ну давайте, да, Сэш. А если они немножко сбавьте темпчик, так, а то всё, финал смотреть со счетом 3-0 это... А какой был прошлый финал, я не помню, кстати. Второй сезон, во втором сезоне 3-2. Воу-воу-воу. Причем с овертаймом в конце. И причем с одинаковым практически счетом, там разница была в один мяч. Воу-воу. Так что в прошлом сезоне финал был, там прям интересно смотреть до конца. Так, двое за мячом летят, блин, хотя бы говорите, кто едет. А то вы так и будете друг друга сбивать. Алтун рядом с мячом, вместе с Долбом пытается воевать. Выигрывает этот, так сказать, небольшую войну, и она возвращается назад. Так, давай Найман едет. Кстати, у Долбу Наймана тачка похожа, как у меня в GTA Online, такая синяя, блин. Ну, то есть по раскраске, если издалека смотреть на неё, Ярослава взрывает. Ценой своей жизни. Давай, Найман. Резкие передачи мяча из стороны в сторону. Скажем, играет в качелю. Так, сейчас запни. Минута 13 секунд до конца, счет 3. Твой. Нет, поторопись. Блядь! Успел мяч опуститься. Это не я сейчас сделал. Ну вот, я же говорю, Макс будет сейчас выходить, но лучше. Ай. Ладно. Доигрываем, ребята. Доигрываем. Я помню, я напомнил, как я доигрывал за этим, как его. Не надо забивать, это уже грязь просто. А я случайно как бы не пытался. Окей. Ну, это там. Как, блин, был мой напарник, блин. Во втором сезоне. Нет, не Костя. Костя был моим противником, блядь. Костя нет. Этот как его? Да, короче, все неизвестный, поняли, наверное, про кого я говорю. Короче, ноунейм был.
Не, именно вот тот, кто кого-то выгнали, типа, еще. Я типа, знаю, я, говорю, я и говорю no name, я сам его не помню. А вернуться нельзя, да? Я не знаю, наверное, нет. Но, по-моему, не по-моему, знаю, ты можешь типа... вернуться. Если ты из Стима даже вышел, значит, ты не сможешь вернуться. Стима я не выходил. Там ли? Нет, из Стимы. Ну, блин, пригласи ему кинь, он вернется. Не знаю, попробую. Может быть, это не факт. Нет, я его даже пригласить в игру не смогу. Ну, вот так вот, ребята, закончился с разгромом финал. Там последняя только что была недавно атака. Вот так вот. Ну, 3-0. Команда Сэш становится победителем третьего сезона чемпионата по Rocket League. А я напоминаю, заходите в нашу группу ВКонтакте и ждите ноября. 15 ноября начинается кастинг на четвертый сезон. Все подробности будут как раз в группе. На сегодня все. С вами был Александр Кушинок, команды Игробара и Сэш. Прощаемся с вами уже до следующего года. Всем удачи и пока-пока.